Расскажи какое-то приветствие. Всем привет, я Даша Кочнева, это мой влог. Всем привет, это 23 апреля, это Питер, и это наше мини-выступление. Мне очень нравится этот город, я прям прониклась. Я немного запоздала с влогом и забыла снять все. Все-таки потише чуть-чуть голос. Это не твоя вина, это не моя. Леш, у нас 6 минут. 6 минут. Даша переживает просто. Нет. Он все врет. Да, это первое видео после выступления. Все, мы все. Да? Так какие ощущения у вас? Супер. Кочнева звезд, да. У вас? Прекрасно, практически все идеально. Закат, надо закат. Нихуя не видно. Бывает. Надеюсь, что вам хорошо. Вам что-то не надоели? Все хорошо, ребята, наверху, да. Вы как вообще? Я очень переживала, прям очень сильно переживала, и я такая, блин, все, я не так спела, я там заживала слова, все было, сейчас вообще все великолепно. Вот что делает 50 грамм хорошего вискарика с добрым русским человеком. Все, что тебе светит, только лампочка. Давайте назовем рубрику «Щипит глаз». Что я поняла за сегодняшний день? Первое. Смена обстановки очень важна для адекватной жизни экстраверта. Второе. Элис. Очень классная. Вот такая игра. Третье. Аккуратнее гелем, потому что глаз его нет. Завтра меня ждет разбор полетов. А сейчас 5 утра, 24 апреля, я иду спать.